Привет, меня зовут Оля, я из Украины и уже 6 месяцев я живу в Праге. Я приехала по беженской визе и, честно говоря, я не думала, что все обернется так, как случилось. Я хотела просто путешествовать по Европе, но немножко не сложилось. И сейчас я хочу рассказать о том, какие этапы эмоциональные я пережила за все это время здесь. Сначала мне казалось, что Прага – это лучшее, что со мной случилось. Я была вдохновлена, что вот, все, Киев позади, я больше никогда не вернусь в Украину. Все будет классно, хорошо, я буду снимать блог про Европу, про путешествия, про жизнь в Праге, рассказывать, как я здесь адаптируюсь, чем я здесь занимаюсь, как вкусно я кушаю в кафешках и что вообще со мной происходит. Мне казалось, что это будет супер интересно, ведь, конечно, больше пражских блогеров или чешских не существует, кроме меня. Нет, я ошибалась. Во-первых, есть классные блогеры, у которых уже большая аудитория, а у меня всего лишь 2500 подписчиков, и из них спасибо 3 зрителям, которые меня смотрят. Плюс я просто вошла в апатию, и вышло так, что я забросила блог приблизительно на 4 последних месяца. Поначалу я вошла в азарт, активно вела ТикТок, Инстаграм, Ютуб, показывала, как мне тут все классно, хорошо. А потом в какой-то момент я заметила, что я не обновляла свои соцсети приблизительно уже месяц, два. Просто захожу в ленту в Инстаграме и вижу, что сейчас уже конец марта, а последнюю фотку я добавляла 27 февраля. И тут я поняла, что что-то пошло не так, я просто забила на свой блог. И почему, когда у меня были все возможности раскручиваться, набирать новую аудиторию за счет того, что я живу в Европе, я просто перестала снимать? Честно, полноценный ответ я не могу дать на этот вопрос. Сначала мне казалось, а как так, я буду показывать всю свою красивую жизнь, когда в Украине остались родственники, друзья, и там не самые лучшие времена. Потом я испытывала эффект самозванца, что я недостаточно компетентна, чтобы рассказывать о том, как я живу в Праге. Что есть блогеры, которые расскажут об этом более детально, информативно, а я что, я просто показываю красивую картинку и свою жизнь, а кому это нужно, ведь никому это не интересно. И так я могла неделями раздумывать, а показывать ли мне вообще что-то в своем блоге, а выкладывать ли это фото, а как его подписать, а может вообще не оставлять никаких подписей, а зачем в принципе уже вести блог, если вообще мои просмотры упали, а нет никакой активности, я никому не нужна, будет 3 лайка, а зачем что-то вообще делать, если нет аудитории. Кстати, да, если вы не знали, при смене страны все, что ты делал до этого, падает. Если, когда я жила в Киеве, я целый год активно вела ТикТок, Ютуб, Инстаграм, я каждый день публиковала контент, и это могло быть одно видео, 4 фотки, все, что хочешь. И там у меня были такие просмотры, что за месяц в ТикТоке у меня было 2 миллиона. На Ютубе, конечно, все обстояло гораздо хуже, но стабильно 1200-300 просмотров у меня было. В Инстаграме все дела были еще хуже, но ничего страшного. 10-20 тысяч в месяц – это уже хорошо. Плюс я начала вести трэдс, а там когда как, ты можешь попасть в глобальные рекомендации, а можешь получить 3 лайка и 5 просмотров, но это уже было неважно. Трэдс я вела больше просто как личный дневник, которым я жаловалась на жизнь. Я не понимала, как это, когда люди, которые живут в эмиграции, говорят, что один день у тебя все хорошо, потом у тебя все ужасно. Но я тоже все это поймала, и да, какие-то дни я такая воодушевленная, все, я буду жить всю жизнь в Европе, вести блог, все будет классно. Потом я выпадаю на 2 недели, не хочу общаться с людьми, не знаю, чем заниматься дальше, ностальгирую по жизни в Киеве, вспоминаю, как там было все классно и хорошо, грущу. Понимаю, что здесь нет никаких родственников, я абсолютно одна, никому не нужна, и что делать дальше? И я понимаю, что с этим сталкиваются все. Поэтому было бы неплохо найти среди подписчиков свою аудиторию, которая меня понимает. Подписывайтесь, ставьте лайки. Я обещаю, что буду активно вести блог. Я расскажу о жизни в Праге, о работе в Праге, о том, как я нашла здесь друзей, свою компанию,
про свои прошлые отношения, про неудачные свидания в Европе, про странных кринжовых парней, которые мне иногда пишут. В общем, здесь будет солянка из всего. Как-то немножко моя самооценка поменялась в лучшую сторону, в плане того, что даже если всем пофиг на мой контент, и он никому не нужен, все равно найдутся люди, которым будет полезно что-то послушать для себя, ну, о жизни за границей, чтобы эти розовые замки, они разрушились, потому что я думала, что здесь все будет легко, классно, я же украинка, у меня беженская виза, доступ к рынку, ко всему, и все будет хорошо. Но в Чехии это выживание, особенно если ты не хочешь физически трудиться по 12-16 часов. В планах у меня рассказать о физическом труде в Праге, не очень удачном, о том, как парень бросил меня одну в чужой стране, когда я никого не знала, о том, как я выросла за эти 6 месяцев, как я адаптировалась в Праге и, в принципе, ну, обо всем, о чем я хотела бы поделиться с друзьями. Но они у меня есть, но я им об этом не рассказываю, потому что все остались в Украине, и им меня не понять. У каждого свои проблемы. Поэтому единственное, что есть, это блог. Кстати, это мое первое разговорное видео, я немножко так стесняюсь, боюсь. Не судите строго, но можете писать свои негативные комментарии. Это лучше, чем ничего, вы будете помогать мне с продвижением. Сейчас я вообще не знаю, какие форматы, о чем я хотела бы вести свою страничку в социальных сетях. Я думаю, надо экспериментировать, пробовать разное. Возможно, что-то выстрелит, а что-то нет. Но вот теперь я осознаю, у меня уже есть папочка с фотографиями, которые я сделала в Праге за 6 месяцев и не опубликовала. Их уже больше 1000, и как бы я не хочу, чтобы это все было, как говорится, в столе. Я хочу, чтобы это видели мои подписчики, чтобы это было в моем блоге. Теперь у меня куча материала, есть свободное время, чтобы его обрабатывать, превращать во что-то. И я думаю, что я буду заново с нуля копить свою активность, поднимать статистику и вести блог. Не знаю, кому это интересно, но... И вот, когда ты меняешь страну, все твои алгоритмы тоже ломаются, вся статистика идет к нулю, и ты начинаешь все заново. И это немножко грустно, потому что тогда я уже вложила год в блог о Киеве, теперь у меня блог о Праге, и ты начинаешь все с нуля. В Киеве уже меня иногда звали в кафешки, чтобы покушать, поснимать контент и как бы не платить за заказ. Плюс иногда мне присылали какие-то вещи по бартеру, звали на косметологические процедуры. И как бы, ну это все классно, круто, ты видишь отдачу. А в Праге я понимаю, что я буду делать это бесплатно и не знаю. Как бы я немножко выпала, хотя сейчас я осознаю, что я готова и десятилетиями вести блог бесплатно, ничего с этого не иметь, потому что это моя отдушина, это мое хобби, и даже если у меня будет 3 просмотра и 2 лайка, я все равно буду стараться.